Телеканал КРТ представляє. Ми мали можливість на цьому тижні почути дуже цікаву розмову, яка відбувалася між паном Петром Олексійовичем і Байденом. Віце-президент, бувший. Щось вразило, щось сподобалось, чи може щось не сподобалось? Ну, у мене навіть, я не знаю, я когда вот слушал, но мы в глубине души, мы все понимали и знали, что так происходит. Но мы просто не думали, насколько уничижителен этот человек. Насколько он цинично может відбуватися, да? Насколько он ничтожен. Вы понимаете, огромная страна, самая большая страна в Европе по территории, по научному потенциалу при развале Союза. Она была в лидерах во всей Европе, в десятку входила супертехнологических стран Европы. И мы и опустились мы до того, что сейчас Жора Машпа Сижур, как Киса Воробьянинов, понимаешь, и еще с этого делаем какую-то перемогу. Нам дают деньги под проценты, нагибая нас и унижая нас. Мы сдали все свои национальные интересы. Гроші під відсотки, які беруться, и які називають наші вложеможці, вони називають їх допомогою, інвестицією. Да. Ну это бред. Это равносильно, что я взял кредит под 30% и сказал жене, вот вы представляете. Я заробив. Да, я вот, это инвестиции. Ну это просто немыслимо. Там ще, наприклад, мене дуже так резонує, як то кажуть, коли Петро Олексійович пишався тим, що він зробив, підняв тарифи на 100%, хоча МВФ вимагали лише 75%. Мене просто цікавить, як ти вважаєш, ті люди, які підтримують або підтримували Петра Олексійовича, на їх думку, на світогляд, оця розмова між Байденом і Петром Олексійовичем якось змінить ставлення їх до Петра Олексійовича? Я думаю, к сожалению, нет. Потому что те, кто поддерживал Порошенко, они мыслят нерационально, они иррационально в своих мышлениях. Что для них самое главное? Для них самое главное – это халявные деньги, которые получал Порошенко от МВФ, но им так кажется, что халявные. И вы же видите, при Порошенко вся вот эта, украинскую мову, дуже гарне слово, наволочь. Вот вся наволочь, вся такая профашистская, я бы даже сказал, неофашистская наволочь, она вся была на содержании. И, конечно, они сейчас лишились этого содержания. Ну, нельзя прийти к власти и опираться на такой контингент люмпенов. Ну нельзя, понимаете? Государство не строится в таких системах координат. Цю розмову, як її записали, хто її виклав, кому це вигідно? Деякі люди вважають, що це безпосередньо команда президента Зеленського. Деякі кажуть, що це з якогось іншого боку підхід знайшли люди та виклали цю плівку. На твою думку? Звідки воно взялося? Моє мнение. Ми привикли, от вся наша політика на Україні, да, у нас все україноцентрично. Нам кажеться, що Байден, Путін, Меркель, Макрон, всі просипаються з думкою про Україну. Як же ж там в Україні? Ой, Боже, як... Да, всем... Думають, не пропустили вони День вишиванки чи ні? Да, я думаю, не дай Боже. Там толком ніхто і не знає об этом. Почему оно всплыло именно сейчас? Идет борьба между Трампом и Байденом за президентский пост. Кто будет в Белом доме? И Байден, мы же видим, Байден по рейтингам стал опережать Трампа. Вот и весь секрет, на мой взгляд. И как вы себе думаете, страна, Украина, которая находится под внешним управлением Соединенных Штатов, такой уровень такого скандала может появиться без санкций самих же американцев. Вы понимаете, это исключено. Исключено. По разговорам Байдена и Порошенко, вы же видели, он спрашивает, а если я Луценко поставлю генпрокуроров, как вы на это смотрите? И Байден говорит, подожди, я сейчас с товарищами посоветуюсь, и мы определимся, можно ставить или нет. Ще було дуже гарно
спостерігати за тим, як він запитує і просить, щоб Україні виділили якогось куратора, який би слідкував, де ми робимо, чи не те. Щоб лишній раз не тривожить Байдена, а зразу куратора. Бо зв'язок дуже дорогий. От за кордон телефонувати – це треба гроші заощаджувати, правильно? Так точно. Так от в цьому в телефонному розмові і вже кроється відповідь на твій питання. Могли ли мы внутри Украины так уровень такого скандала выплеснуть на всенародное, всемирное обсуждение без разрешения кураторов из Вашингтона? Конечно, нет. И кто записывал эти данные? У кого есть, ну, допустим, или сотрудник СБУ, неважно кто, или там личной охраны, кто записывал? Но уровень такого слива без Соединенных Штатов, без мегагосударства на данный момент, оно невозможно. Потому что если бы это была инициатива Зеленского, я не думаю, чтобы он долго удержался на своем посту.